Ну вот, мы снова на даче. Моя бабушка-старушка косит 83 года сама. Спросила меня сейчас, что я ушел. Ну, сказал, знаете, у меня было ощущение, что вы всегда недовольны мной. Надо было со мной разговаривать, спрашивать. Я говорю, ничего, мне вот мюллеры дали кусок земли и сказали, ничего не спрашивать. То есть так вот все. Так, в общем, что я задумал? Я поставил на оконном переплете на фоне наш эту лампу. Теперь взял простую банку. Это специально все. Простая банка, налью воды, поставлю туда розовые цветочки. У меня такая мысль, что сделать на фоне капель. Вот я поставил стекло сейчас. Я не знаю, что получится, не получится, но мы попробуем, да? Мы же с вами экспериментаторы. Окей, сейчас сделаю, поставлю. Вот так. Больше нам не надо. Поставим сейчас вот здесь. Ну что ж, я попробовал поснимать, но капли, вот эти красивые капли, почему-то не держатся в середине. Я думаю, надо посмотреть, почитать, может быть, чем-то можно их удерживать, типа маслом. Но глицерин мне неохота, надо покупать, и не факт, что он будет держаться. Я попробую сейчас поставить вот здесь. Здесь капли как бы просматриваются хорошо. Я попробую с этой стороны. Так, теперь я переставил с этой стороны. Камера вот стоит, вот с этой стороны снимал. И теперь я хочу еще на художественном фоне попробовать. Поставить сюда этот художественный фон и на нем снять, что будет. Бабушка все косит, ну теперь она зато счастлива. Одна, в одиночку, 83 года, таскает эту тяжелейшую машину. Так, я еще тут сделал что? Я поставил вот этот мой любимый фон и тоже снял. Но сейчас я уже лампу убрал, она, к сожалению, потухла в самый нужный момент. А так как она была горячая, по новой ее зажигать не хотелось. Ну да ладно, вот так мы оставим это дело. Так, это я сейчас уберу, потому что парусность будет еще больше и вес. И надеюсь, что переживет дверь в этот раз нужную погоду. Так, все лишнее убрал. Надеюсь, выстоит она. На крайний случай ее развернет. Уберу сейчас штатив еще. И мы с вами пойдем в фотошоп. Погода благоприятствует. Ну, давайте посмотрим, что мы там наснимали. Поглядим сначала. Так, ну это темно, это понятно. Так, здесь он начал поливать. Но фокус у нас находился вот здесь. Поэтому вот более-менее все-таки в фокусе это дело. А вот эти нет, цветочки нет. Смотрим еще различные попытки налить. Так, налить из лейки на стекло, что у нас тут происходило, по-разному, да? Вот. Ну, вообще не совсем плохо, допустим, вот, это вот с этой соединить, я думаю, было бы интересно. Единственное, я смотрю, что, ну, огонь, понятно, слабый. Я же не могу затемнение сделать раньше, чем оно произойдет на даче. Накрыть всю дачу. Но я вот пробовал тут что-то черным, но это ерунда. Я сразу понял, что это ерунда. Это вот я уже фотографировал с другой стороны, да? И как бы выглядит тоже очень интересно, кстати, выглядит.
здесь я на фоне фотографировал, на фоне. Ну-ка. Так вот можно сделать, потом здесь посветлее, получится довольно-таки неплохая картинка, я думаю. Мы ее отметим сейчас, раз, вот так. Потому что резко здесь замечательно. Зачем я так развернул лампу, это мне странно, конечно, но ничего не сделать. Хотя вот здесь она правильно развернута. Но той резкости звенящей уже нет, извините. Так, я пытался еще по-всякому, я тут слишком завалил. Надо было присесть чуть-чуть. Так, ну, будем знать, ежели что. Угу, тут она у меня потухла, лампа, не вовремя. Ничего не сделаешь. Тут вроде бы как ничего. Ну-ка. Но с фокусом я пролетел тут. Мне кажется. Со штатива всегда удобнее фотографировать. Ну-ка так вот тут это. Тоже. Ну ничего, у нас впереди еще 7 дождливых дней. Я думаю, что мы догоним. Да? Угу. Ну вот это вот неплохо. В принципе, если ее правильно поставить, вырезать. Ну, меня сейчас больше интересует другой эффект. Вот этот зажденный эффект интересует. Где я сказал наложить одно на другое. Так, подождите. Ну-ка. Вот я сказал вот это наложить вот на это, да? Так, вот эти два. А может быть даже три. Вот эти три сейчас я возьму. Открыть изображение. Угу. Угу. Вот. Тут у меня все в порядке. Тут у меня тут кругом резкость есть, все нормально. Но нет дождя, да? Тут есть дождь. Вот тут лучше дождь. Вот тут лучше это. Так, берем дождь. Да, видите, тут цветы исчезли совсем. Так, я не хочу, чтобы уж совсем, я и сам могу сделать. Так, вверх, вот. Так, теперь мы черную маску, Alt, черную маску делаем. И берем белую, где у нас тут? И начинаем рисовать тут наш дождик. Вот. Наш дождик здесь сейчас нарисуется и будет черненько. Вот здесь он не нужен. Вот так. Вот. Теперь я посмотрю на лампу. Сейчас. Сюда перенесем еще лампу. Так, закроем тоже черной масочкой. Я думаю, что можно будет еще и с лампой поработать немножко. Непрозрачность. Так вот, чтобы не совсем она была ни о чем. Угу. Вот мы такое сделали. Отлично. Переводим все в один. И думаем теперь, как нам быть дальше. Как сделать так, чтобы у нас было такое осеннее настроение. Угу. Единственное, что нам надо с вами открыть. Так,
Я пропустил кое-что. Когда фотографировал, вернее, когда букетик собирал, я тут кое-что пропустил. А это кое-что, это вот. Придется мне теперь здесь фото найти какой-нибудь стебелек через стекло, которое... А он вот тут, мне кажется. Ну-ка. Да. Тут есть стебелек. Давайте мы его возьмем теперь. Вот этот вот. Или какой взять? Ну, или взять какой-нибудь вот такой, вот этот, изогнутый больше. Вот такой. Так, секунду. Вот это вот, что-то я тут перебралось. Вот так. Выделить область. Окей. Выделяем. Ctrl. Там что это такое? Вот, вот оно наше. Так, и сюда добавляем наш цветочек. Вернее, лепесточек. Вот сюда. Угу. И вот тут убираем кучу. Вот это лишнее убираем. Тут у нас он будет вот так. Чуть-чуть непрозрачности. Вот, вот так вот за окном он как бы был. Все есть, готово. Так оно будет правильнее. Так. Так, ну давайте создавать какое-то настроение осеннее. Такое вот, допустим, где-то. Так, так. Холодное такое. Причем это не только и тени должны быть такие же. Вот так. Так вот. Угу. И света. Это вот такое мы получили. Так, окей. Теперь коррекция пойдет в сторону насыщенности. Вот так. Окей. Хорошо. Дальше. Да. Дальше. Мы должны будем с вами сделать теперь. Первое, что сделаем, это нам нужно свет от лампы увеличить. Вот это вот такой. Давайте так, окей. И делаем. Вот так. Так. Нет, это много. Вот так. Так, и ищем ему подходящие. Вложений нет. Тут вот такой линейный свет, но он у нас должен быть и вот тут линейный свет. Здесь он не подходит. Будем искать что-то другое. Вот как будто освещение идет и на вот эту часть цветков. Так, это сделали. И теперь общие пятнышки. Тут нам надо сделать. Тут. Тут.
и смотрим. Так, вот что-то такое, перекрытие. И деформация. Вот так. Вот так. Так. Вот такая вот деформация. Хорошо. Так, непрозрачность еще посмотрим, какая должна быть непрозрачность. Ну, вот так где-то, наверное. Еще раз поиграем. Угу. Так, а теперь здесь. Тоже деформация. И еще раз деформация. Таким образом мы сделаем лучше свет, да? Если вот это мне не нравится все-таки. Так, теперь вот здесь нам надо убрать. Давайте поставим черную. Вот это вот мы уберем здесь. Угу. Ну, розовый меня добивает, конечно. Розовый цвет меня доски добивает. Так, сейчас мы его исправим. Коррекция. Вот так. Тени. Вот так где-то. Наверное, да. Черную. И вот это белый только. Вот так будет гораздо лучше. Так, и вот теперь, ребята, осталось последнее. Соединяем. И делаем теперь следующее. Так, секундочку. Мы просто сейчас затемним все. Это явно не там. Вот здесь. И начинаем. Допустим.
Угу. И здесь уже будем действовать с помощью нашего затемнение. Вот так. Ну, не более того. Так, и здесь с помощью... Ага. Вот отсюда мы должны потянуть вот так. Вот таким образом получить вот такую картинку. Из простой фотографии. Так, ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите, как будем следующие обрабатывать. Если хотите увидеть обработку следующих моих картинок из этой же серии, то пишите, я сделаю. Окей? Ну а пока мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Пока.